Любому государству для того, чтобы адекватно отвечать на вызовы времени и отражать внешние угрозы, кроме развитой экономики и политической стабильности, необходим современный уровень вооружений. Современный уровень российской армии и полиции был продемонстрирован нашим соотечественникам и зарубежным гостям на выставке «Интерполитех-2012». В числе участников – около 400 российских предприятий и организаций, занимающихся конструированием и созданием вооружения. Разработчик и производитель тепловизоров Санкт-Петербургской производственно-торговой компании АМБ, входящей в консорциум АМБ, также была участником «Интерполитех-2012». Участие в подобной выставке уже не рядовое событие, но довольствоваться почетной ролью участника ее компания ПТК АМБ не намерена. Кроме здоровых амбиций и далеко идущих планов, главным критерием состоятельности компании по-прежнему являются новейшие разработки и реальная продукция, которая проявляет интерес представителей разных стран. На стенде представлены тепловизоры производства компании ПТК АМБ в стационарном, поворотном, ветрозащищенном исполнении. Представлен мобильный тепловизионный комплекс, тепловизоры, соответственно, с различными характеристиками для решения различных задач, которые подходят как для коммерческого рынка, так и для промышленных объектов и служб. Компания ПТК АМБ представила на выставке свои новые разработки, а также тепловизоры и тепловизионные комплексы, установленные на различных объектах, реализуемых компаниями консорциума АМБ по всей стране. Наглядный пример, совсем недавний, это оснащение моста на остров Русский. Знаковый объект накануне АТЭСа. Сроки были крайне сжатые. И ни одна другая организация, которые были способны эту работу выполнить, расписались в бессилии. Мы же, в свою очередь, смогли практически в течение месяца эти работы выполнить, поставив технику на место и смонтировать ее. ПТК АМБ представил на выставке мобильный тепловизионный комплекс. Его задача – показать потенциальным заказчикам возможности продукции ПТК АМБ непосредственно в условиях эксплуатации. МТК был разработан в течение 3 месяца на базе автомобиля Volkswagen Crafter. Демонстрация возможностей МТК проводится на объекте заказчика. 2 специалиста компании подготавливают передвижной комплекс к работе. Процесс выдвижения мачт, монтаж оборудования на них, настройка оптико-тепловизионных комплексов занимает менее 30 минут. ПТК АМБ представила на выставке свою последнюю разработку – кожух для тепловизионной техники. В течение полугода специалисты компании спроектировали, создали опытный образец и протестировали новый, особо надежный корпус для тепловизоров. Дорогостоящая техника внутри кожуха защищена от неблагоприятных внешних факторов, таких как пониженные температуры, высокая влажность, солевые брызги и туман. Во время презентации кожуха посетители выставки «Интерполитех-2012» проявили большой интерес к новой разработке компании ПТК АМБ. Ведутся переговоры о его поставках. В течение 2-3 лет хотелось бы, чтобы о нас именно в мире заговорили, так как говорят о некоторых израильских, там, американских производителях, французских производителях. Конечно, это тяжело достижимо, но мы стремимся к этому. Как и у любой стремящейся к успеху и лидерству в своей отрасли компании ПТК АМБ, далеко идущие планы. Ежегодная выставка «Интерполитех» традиционно собирает известные мировые компании по производству вооружения и средств личной безопасности. Слабых игроков на подобном международном форуме не бывает.